Итак, дорогие друзья, вечная проблема. Постоянно возникает вопрос ошибки соединения по SSH Джина. Значит, показываю, как сделать. Будем соединяться через PyCharm. Проблем не должно быть. Итак, первое. Для того, чтобы SSH подсоединить на Джина, нам нужно подключить услугу. Нажимаем услуги и подключаем SSH. Как подключить, знаете, да? То есть подключаем, просто передвигаем вот этот вот флажок. Подключили. После этого нажимаем, открываем сайт 2IP.ru. 2IP.ru. Чтобы узнать свой IP. Далее. Заходим. Управление. Настройки SSH. Значит, логин всегда в SSH тот, что и на для входа на хостинг. А вот пароль надо изменить. Ставим, я просто показываю, сложный пароль. Я изменю, но ставим сложный пароль. Изменить нажимаем. По сути дела, хостинг ставит пароль как для входа. Но иногда на Джина ставится здесь другой пароль. Поэтому лучше этот момент самому проконтролировать. Сохраняем. Все, у нас есть свой пароль. Сейчас я... Далее берем свой IP-адрес, четвертую цифру не добавляем. Добавляем первые три пары. Могут быть здесь по три цифры, неважно, но первые три. Либо здесь есть два варианта. Добавить разрешенный IP. Значит, вот оно пишет ваш IP, вы можете вот так вот и добавить, и вы войдете. Но войдете один раз. Либо второй вариант. Вы берете ваш IP 37, например, 17.19. И звездочка. И нажимаете добавить. Ну, у меня уже добавлен. После этого вы добавляете диапазон IP, если у вас статический IP, и вы тоже сможете подключаться. Все, подключен SSH. Второе, изменили пароль на свой. Знаем логин. Вот это логин. Он ставит домен, но лучше всегда набирать свой домен, да? Это технический домен, по нему тоже можно соединиться, но лучше набирать свой домен. Пароль изменили, IP поставили. Открываем PyCharm. Неважно, вот у меня даже Foundation открыт. Все равно здесь SSH у вас Django, но вы для Django делаете. Но во вкладке Tools ищем Start SN SSH Session. Нажимаем Edit. Далее вводим здесь свой домен, либо тот, который предлагался технический. Я ввожу свой домен. Порт 22. Далее логин. Далее пароль. Савый пароль, ну, может, все равно каждый раз надо будет ходить. Окей, нажимаем.
Просто у меня был подсоединен, но у вас выйдет еще вкладочка «Посоединиться» спросит. Вы нажмете там «Ок». Вот, все. Мы сейчас подсоединим по SSH. Какой путь? Смотрим. Набираем PVD, набираем Enter. Путь получается. Вы подключаете SSH вот в эту директорию общую. Дальше вы уже вводите либо папку domains, либо проекты. Ну, как я уже показывал при установке Django. Но вот это вот, где папка domains, это, то есть при нажатии, грубо говоря, на файловый менеджер, просто вот это ваша домашняя директория, которая отображается именно видео. На Джина этот путь называет следующим образом. Slash home users. Первая буква вашего логина, ваш логин. Это вот корневая директория. Все, успехов. Думаю, проблем с SSH больше не возникнет.